Зимнее содержание территорий на особом контроле муниципалитета. Сегодня прошел очередной рейд, в рамках которого проверили качество уборки снега на наледи и сосулек. По дворам Серпухова проехала и наша съемочная группа. Огромные сосульки, свисающие с крыши домов, некачественно убранные от снега тротуары, образование наледи на дорогах. К управляющим компаниям у жителей много нареканий. На прошедшем в понедельник совещании глава акцентировала внимание. Работа коммунальщиков теперь будет проверяться в ежедневном режиме. Сегодня административная комиссия совместно с представителями Госжилинспекции и Госадмтехнадзора осмотрели дворовые территории улиц Советская, Подольская и Декабристов. Осмотр будет проводиться по мере того, что у нас на многоквартирных домах не должно висеть сосульки. Прилегающая территория должна быть убрана до твердого покрытия. Наша цель не штрафовать управляющие компании, а содержать территорию городского округа Серпухов в нормативном состоянии. По итогам проверки были выявлены нарушения по качеству зимней уборки. Выходы из подъездов не обработаны специальными реагентами, на крышах сосульки, тротуары в снегу. Все это сотрудники Госадмтехнадзора фиксируют в виде фото и видеоматериалов. Некачественная обработка дворовых территорий. Это к ним относятся внутридворовые проезды, пешеходные тротуары, входные группы в многоквартирные дома. Соответственно, много нарушений. Будем разбираться и выяснять, чей дом в каком ведении. Соответственно, управляющая компания будет вызвана, будут к ней приняты меры административного воздействия. И штрафные санкции на юридических лиц, в данном случае это более относится к управляющим компаниям, от 15 тысяч до 70 тысяч. Впереди еще полтора месяца зимы. Погода в этом году многоснежная. Подобные проверки будут проходить в ежедневном режиме.